На землях, которыми я управляю, евреи будут свободны исповедовать свою религию и говорить на своем языке. Простите мою дерзость, повелитель, но в дальнейшем это приведет к ужасным последствиям. Приехавшие евреи нарушат стабильность, спокойствие империи окажется под угрозой. Что скажешь об этих цветах? Буйство красок поражает, повелитель. Можешь унести. А сейчас? Так хуже, повелитель. Всевышний любит разнообразие, Рустам. Иначе бы он создал лишь один вид цветов, один вид птиц, одинаковых людей. Однако взгляни, все мы очень разные. Этот стол был красив, потому что на нем были самые разные цветы. На землях, которыми я управляю, все, независимо от языка и вероисповедания, христиане, мусульмане и, разумеется, иудеи, должны жить вместе счастливо и мирно, как эти цветы. Мир разнообразен, это великий дар небес.